Все, поехали в русский магаз. Здесь уже мы ездили с Серегой на мотоцикле лет 8 назад. И летом, а не глубокой осенью. А сегодня 30 октября. Такой вид, как будто там снесли халабуду на перекрестке было. Это мы ездим, считай, по северной окраине городка. Маленькие домишки. Справа сейчас вот на перекресток заедем, будет уже большущая мельница. Не хлебозавод, а как правильно-то? Доезжаем до клиники, где мы Васю лечили долгие годы. Оперировали. Вот где машинки стоят, вот она, эта клиника. А тут уже слева река за деревьями. И вперед километра через три выезд на автобан 71-й. Вот через речку мостик переехали и сразу русский магазин. Здесь продают якобы русские продукты. И закупаются ими черные негры. Но все равно эти продукты, люди говорят, вкуснее, чем немецкие из супермаркетов всяких крутых. Вот мы парканулись под крышей, а вон этот магазин с их тележечками, со входом. Ох, какая осень. Все, покидаем русский магазин. Насколько закупились сегодня? Чтобы из русского магазина выехать, надо проехать по кругу. Вот за этими кустиками речка опять. Thank you.
еще один рукав речки, мостик через него. Что-то выгравлено на мосту. Стадиончик, спортивные площадки в долине речушки. Это трамвайчик с севера города. Тут через три остановки конечная. Что на трамвае 3 года назад, именно для того, чтобы поснимать. Ссылка будет внизу. Можно заехать и не ехать туда, в тот Лидль. Можно заехать. Вот она, парковочка этого большущего магазина Оби. Тут же есть Лидль, куда нам сегодня надо чуть-чуть закупиться, заехать. Сейчас куплю воду, потом проеду туда напрямую. Вот, можно напрямую поехать. В магазин прям хочешь заехать? Конечно, придумка офигенная. На парплаце торговать. Тут нам надо просто переехать с парковочки на парковочку и заехать в Лиду. Чё-то вообще неплохо оглядываться на дорогу. Вот этот сарайчик и есть магазин продуктов. Мы тут бываем, но реденько, потому что ни по пути, ни к дому, ни из дома.
Это вот ящики, чтобы на почту не ходить, получать здесь посылки по коду. За этим Лидлом сразу сейчас я сниму улочку одну. Вот она такая, вот эта улочка. Смотри, какая красота. Я прям не первый раз ее наблюдаю, стоя в магазине в этом именно. О. Это уже крайняя улица в городе практически. А вот этот наш сарайчик. Лидловский. Все. От этих так. Же ящиков. Тут можно выехать. Поехали домой. Нельзя, ясно. Туда нельзя, сюда нельзя. Вот выехать только правым поворотом можно. Нет, там нужно с другой стороны просто возвращаться туда, в ту сторону. Пустые жады, как в Казахстане. Чертополохами. Смотри, фига себе, ты пустые. Заросшие. Как в Казахстане. Поедем, сейчас вон там проедем. Хочешь? Тут же можно прямо? Или ты не хочешь? Поехали прямо. Там разве это было? Да. Снова спускаемся в долину той же речушки Еры, только с запада теперь едем и через мостик переезжаем речушечный. Это вот новый переход какой-то, здесь вроде его не было. Нет, тут вся эта дорога в переходах бесконечно. Тут просто не было светофора раньше. Сейчас сделаю. Смотри, как там понасажали, что-то там. Гляди слева. Парк какой. Все, через речку переехали. И это район, так называемый Рит. ТХ на конце. Что значит Рит, я не знаю. Тут вот тоже интересный дом был. Вот, за эти, вот этот вот. Он обрезан подъездов на 5, вот то, что слева. Раньше он был длинный-длинный, взяли и обрезали. Вот эти вот 15-этажки впереди пустые стояли, взяли их, отремонтировали сейчас. Тут тоже торговые центрики небольшие.
И большая развязка. Автобусы, трамваи. Трамваи в три пути даже, по-моему. Поворачиваем к русскому магазину, откуда мы выехали, но мы поехали по этому перекрестку вот туда направо, на запад, а сейчас мы вернемся, повернем налево, на восток. Тут такие дома бывают. Чистая стена. Это значит, был дом, но его и отрезали. Тут дом, ты не рассказывал. Вот отсюда мы приехали. Сейчас свернем чуть раньше направо и поедем. Мимо заброшенного дома, который уже никому не нужен. Вот здесь несколько таких улиц, тесненьких, старенькими домами, начала 20 века. Это вообще односторонняя улица, нет? Нет. А как разъезжаться? Как хочешь. Детский садик. Да, тут детский садик. Вот этот дом брошенный. Ну да, на весь квартал длиной, никому не нужный. Покупайте, граждане, ремонтируйте, продавайте, сдавайте, живите. А вот 11-этажка, и там дальше тоже высотные дома. Это дам ссылку на видик. Там я ходил в магазин молочишкам, хлебчишкам, это пешочкам. Дома. Это советские ГДРовские еще, да. И здесь я шел только вот там справа, между деревьев. Тоже ссылочка внизу, пешая прогулка моя по этой улице. А в конце стоит наш дом. А за ним только спортивные площадки и железная дорога. Там конец города.
наверное, пропущу его. Вот это улица Фридрих Энгельс. Никто не стремится переименовать и снести где-нибудь бюст. Если удастся его обвинить в расизме, то сразу переименуют. В расизме. Вспомнили какую-то улочку в 17 или 16 веке, названную по имени какого-то морехода. Выкопали, что ой, он водил суда, которые перевозили рабов черных. Теперь собираются улицу переименовать по имени какого-то смеси американки с негром, который здесь жил еще до войны, и что-то там, и до войны он ребенком был, а после войны заделался активистом, антирасистом, и все, и в дамках. Машинка показывает нам желтым квадратом, сколько можно ехать назад. Вот как заднюю передачу включает, все, она сразу будут опять люки. Начинает разговаривать с нами. Оп.